Канал Дмитрия Шилова недоступен. И снова Хау-Кола. Друзья, всем привет! И прекрасного зимнего настроения. Если, конечно, у вас есть снег и зима. А если нет, то все равно хорошего вам настроения. И хорошо вам встретить Новый год. Сегодня, как обычно, с утра полез на свой любимый ютубчик посмотреть свои любимые канальчики. Ну и первый, конечно же, у меня Дмитрий Шилов, как бы его ни ругали, а все-таки потенциал у чувака есть. Открываю канал. И что я вижу? Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране. Да, я подписан, подписчики показаны. Но канал Дмитрия Шилова недоступен. Что же делать в этом случае, проклятый Роскомнадзор? Ну, в принципе, бороться с этим легко и просто. Сейчас я вам покажу, с помощью одного клика сделать доступным любой заблокированный в России канал на Ютубе. Итак, идем в самый низ странички Ютуба. Находим переключатель «Страна». Ну, у меня в данный момент стоит «Россия», поэтому просмотр Шилова и недоступен. Выбираем страны, включаем, ну, например, США. И, о боже, блокировка Роскомнадзора снята. Огромные миллионы рублей из бюджета, потраченные на блокировку сайта, вылетели в трубу. Ну и вот, канал Дмитрия Шилова доступен снова для просмотра, с чем вас и поздравляю. А также поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы все его отметили хорошо и удачно. Всем спасибо. А если вы захотите не пропускать мои следующие видео, то подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте включенный колокольчик.